Одежда во все времена и среди всех народов имела большое значение. В этом случае мы даже можем вспомнить поговорку: «Встречают тебя по одежке, а провожают по уму». А как одеваются в Дагестане? Что значит их костюмы и как их видят художники? Об этом можно узнать, заглянув в Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия. Здесь проходит выставка эскизов «Традиционный женский костюм народов Дагестана», привезенный из музея-заповедника «Этнографический комплекс Дагестанский аул». Последние годы в нашем обществе наблюдается повышенный интерес к традиционной культуре народов Дагестана. Поразительная этническая мозаичность и языковая дробность страны гор породили удивительное богатство и многообразие форм и типов традиционной культуры, включая поэтический и музыкальный фольклор, уникальную архитектуру, богатейшее декоративно-прикладное искусство. Что касается традиционного костюма, то интерес именно к этому направлению народной культуры очевиден и не случайен, ведь национальный костюм соединил в себе два начала в культуре народа – и материальное, и духовное. Это около 40 эскизов художницы Дианы Гамзатовой, которая буквально 2-3 года назад создала вот эту серию эскизов, костюмов с наибольшей такой этнографической достоверностью, исторической достоверностью. В Ингушетии это уже четвертая, можно сказать, выставка. Вот 2 года назад мы приезжали с выставкой «Многообразие красок Кавказа», в Назране мы ее, в музее, Государственном музее краеведения имени Мальстагова мы ее тогда открывали. Затем была выставка «Башни Кавказа». Вот, она была взаимная, обменная, и музей ингушский вот, из Назрани приезжал к нам, мы открывали ее. Именно в одежде, особенно праздничной, отразились передающиеся от поколения к поколению нравственные и эстетические идеалы народа. Дагестанский традиционный женский костюм представляет собой сложный, многосоставный комплекс с разнообразием элементов и форм кроя, а также богатство дизайнерских, колористических и орнаментальных решений, декоративных деталей и ювелирных украшений. Представители музея-заповедника «Этнографический комплекс Дагестанский аул» представили зрителям 37 графических эскизов, на которых изображены женские костюмы народов Дагестана, в числе которых аварские, даргинские, лахские, народности Южного Дагестана, кумыкские, чеченские, ногайские и тирских казаков. Также на выставке представлена коллекция национальных нарядов. Это парадно-выходные костюмы, это ритуальные костюмы, это повседневные костюмы. И они сегодня представлены в виде работ Дианы Гамзатовой. Это, конечно, титанический труд, потому что она не просто писала с натуры или рисовала с натуры. Она воссоздавала эти костюмы, прочитав исторические очерки и описания этих костюмов. Открыла выставку искусствовед музея Хава Акиева. Она поприветствовала гостей и участников, среди которых были заместитель директора по научной работе Татьяна Петенина, научный сотрудник Марьям Бахмуда и главный хранитель Дауд Даудов, музея краеведения «Этнографический комплекс Дагестанский аул». Они же, в свою очередь, поблагодарили сотрудников музея Ингушетии за теплый прием и помощь организации выставки. Это очень, наверное, важные проекты, нужные, и которые, наверное, будут нам помогать все-таки ответить на этот один из вечных вопросов: кто мы, откуда, куда мы идем. После открытия Татьяна Петенина провела для гостей познавательную экскурсию. Как же отметила куратор выставки, замдиректора музея Ася Евлоева, такие выставки, проводимые в рамках межмузейного сотрудничества, играют большую роль во взаимообогащении национальных культур. Наше сотрудничество не первое с этим музеем. Мы имели возможность и в прошлом, 2018 году, встретиться с сотрудниками и увидеть прекрасную экспозицию, которую они к нам привезли. Выставка продлится до 4 апреля, так что все желающие могут не просто провести с пользой свой досуг, но и прикоснуться к прекрасному.